Артём, давай рядом держаться. Не отходи далеко. Артём, у причала есть лодка. Как закончишь, давай ко мне. Артём, ну, я полезла наверх, а ты весло в руки и греби в церковь. Как устроюсь, вызову. Похоже, тебя заметили. Артём, смотри, на колокольне женщина какая-то тряпкой машет. Проверь. В церкви вижу народ, но охраны нет, похоже, мирная. Пожалуй, лучше подойти, не скрываясь. Давай только первыми стрелять не будем, ладно? Мир тебе, добрый человек. Святой отец Силанти как раз начал проповедь. Заходи в храм, приобщись к свету.
Ползу, значит, а? Застрял я здесь капитально. Всегда ты друг беги через Карамышево. Я как с тобой фонарика разобрал. До сих пор мне еще помнится. Пришлось готовить сходу по всей округе. Ну, оно и удобно. Мало ли тебе все стоит. Заодно и разведал тут все. По интересных местах. Тут, к примеру, склад военный был, похоже. Внутрь не звался. Похоже, там денег какая-то. На островке через проток дом здоровый. Вроде брошен давно. Может, что интересное есть. Без лодки, однако, не добраться. Ну, может, позже соображу чего. Ну, в общем, идет же туха. Ну, пока все. Thank you.
Эй, там, внизу! Ау! Паря, ты того! Поднимайся на крышу! Сейчас я стрелу опущу! Поднимайся! Ну ты суров, братка! Аж приятно посмотреть, честное слово. Эти-то хуч мутанты, я дело знаю. Если деревенских поймают, то тем сразу крачун. А ты их как капусту нашинковал. Ну, здорово! Меня крестом звать.